Здравствуй, чат. Добрый вечер всем. В общем, возвращаюсь к вам с Alone in the Dark. Давненько уже, конечно, не продолжали эту серию, там, поэтому, я думаю, начнем разбираться сейчас. Что я забыл-то, собственно? Так, сейчас. Нажал. Так, расследование, господи. На чем мы, в принципе-то, остановились? Я уже потерялся даже. Rusi's body looked unharmed. Conby couldn't figure out how she died, or why this wasn't a bigger upset to the people at the settle. А откройте морской сундук Джереми. А где его брать? Где уже что-то выпал вообще? Так, а ну. Так, еще раз. То по целям надо было. Джереми, да? Ну, по идее, наверное, нам в комнату. Тут Джереми надо зайти. А ну давай сюда зайдем. Это что-то нихера не понятно. Что тут делать? Если подвисать он будет, мы периодически кем-то будем ставить на паузу. Линза Барлоу. Так, установленная на орбитерские ядерные телескопы для большего увеличения. Why would he lock that up? Так, телескоп в гостевой. Jeremy had found a way to enter Terawaya, but he wasn't allowed to go. He knew deep down that it was impossible for him to cross that threshold. Instead, he hoped that Perosi would go in his place and burn his library to the ground so he could start again. But she never got the chance. Perosi had her own problems, her own demons, and she died suddenly one day without warning. Holding the telescope lens in his hands, Detective Conby suspected what it was. At least a part of the key to that paradise Jeremy so desperately wanted to see. Curious what he would find, he felt eager to put the lens to use. Так, собственно, гостевая. Я так понимаю, тут не гостевая, но гостиная, наверное. Тут что-то как-то название местами. Ну, разберем. Телескоп. Хорошо, возможно, не то место. Так, это второй этаж. Так, какие гостевая есть тут вообще? Да, на процедурное. Маленькая парадная туалет. А, есть. Хорошо. В этом случае на первый этаж. There's something missing. Ой-ой. Так, сейчас надо сейчас вспоминать, он как тут бегать вообще. Я забыл всю нафиг. Так, рывок есть. Я пока не знаю, как. Ладно. Что по карте у нас делается? Напрямую.
Окей. Не, ну погодите, я же мог бегать. Была же какая-то та кнопка, которая позволяет бегать. Или как обычно. Так, нет, это зум. Вы серьезно, что ли? Можно на пустые руки взять. А потом... Нормально, не пился вообще. Ну, открывай ты ее. Все. Левый сосочек, в общем говоря, у нас. Так. Ага, нашел. Здрасте. Угу, что-то еще. Что-то еще появилось. Так, сейчас что-то. Там появляется какая-то звезда интересная. А, боже. Вот это я наплющил. Начинается. Так, ну я так понимаю, тут созвездие надо выдать как-то. Так, погоди, вот эта звезда была. А, переворачивать можно, нет? Девять, четыре, один. Whoa! Whoa! What's going on? It's dialing in something all on its own, and it's showing the way to another memory. Where is that? Сейчас не было. Похоже было, но не но.
Зависает опять, да, что-то? Я пока нормально еще. Так, сейчас. Ничего по карте у нас. Another world seeping into Desetto. Was this a taste of that Обеденный зал. Где-то здесь. Here we go. Что-то подвисает, что-то. Что-то непонятное происходит, конечно. Вроде бы лишнее все вырубил, но при этом загрузки есть. Наверное, на компьютер уже подустал. Тут что-то как-то последний месяц, блин, напряжный был вообще дико. В этом месяце это тоже, конечно, нам предстоит еще немало, но я думаю... Разгребем. I'm glad to see you made it. I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Yermi never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Yermi once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Yermi's subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawea. I'm a man Yermi has never met, and we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Yermi wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Yermi imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A spiritual apotheosis. You don't think it would work? Yermi subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between Derceto and Yermi's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed. It's a shame it's just another place for you, Detective. Otherwise, you could have become a Buddha. Always a bridesmaid, never a blushing bride. Am I right? Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment elsewhere. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Yermi's relationship with the Dark Man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Yermi with. Wait, why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud if you want such answers. No thanks, I hate shrinks. There is another thing you should know about the library. He is here as well.
The Dark Man has been working his way through the text for a long, long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, detective. Oh, jeez, just perfect. Не густо, конечно. You have any advice on how to deal with the Dark Man? I suppose suppression could work. Try not to pay him any attention. Да, конечно, что тут все прям детализация так от души прям сделана, красивая прям декорация, так сказать. Самое что? Да. Призыву. Так, сейчас. Пытаюсь тут понять, что то, к чему как раз он заодно любуюсь локациями. Чертовски красиво, конечно, все выглядит прям. Вообще кайф. Да, попался. Я все-таки добрался до стримов, так что потихоньку буду обратно ходить в ритм, так сказать. Но
Это еще, еще при условии, конечно. There's something missing. Что я там остатки работы подгоню. Выступлю на нам нескольких в вебинарах, он сдам разработки там и все такое. В общем, еще работа есть, но сделать надо. Сделать надо. Library was endless, beautiful, and terrible. An Akashic record for the universe inside the mind of Jeremy Hartwood, now corrupted by a story forced upon him, told by a maniacal liar, an evil conjured by science and secrecy. I will suspend a room and lock away the foundation of his character. Its key will be left to the librarian, the only thing invisible to the prowler. Mm-hmm. Ну, следовательно, где-то должен быть еще и библиотекарь. Понял. С выздоровлением, как говорится. Рад, что получается все. Навернулась Клава,
которых, если слава богу, не бесил меня сердце. Оперативно. Ой. Весело. Так, а можно его ебануть или я не знаю? Умер от кринжа, короче. Блядь, залазь, ну ёпт. Конечно. Фух, не заставил. Нет, блядь. О, вырвался. Наконец-то. Господи. Чё так громко было? Чё страшного происходит? Так. Что мы тут, собственно, искали? Давайте идти разбираться отца, а то я что-то как-то носился. С...
стреляться нельзя, потому что нас он заставляет, опять же, таки представлять он себе револьвер в голове. Так, сохранение, да. Чё читаешь? Я пока не вижу ничего. А, угу. Нормально. На дробовик даю, значит, да? Так. Собственно, ладно, то все мелочи. Забирай, ну что-то. Так, что-то она зависла, походу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. It was in the hot autumn that I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Эй, блядь, ну дай дочитать, ну ёбан. Well, thank God you're here, detective. Sitting all alone in a place like this, I'd never live it down if the papers got wind. Hey, Ruth, right? Oh, don't pretend you don't know. I'm sure you have a whole file on me by now, detective. I suppose we weren't formally introduced. I'm Ruth Talon, Miss Ruth Talon, in case you're wondering. Edward Carnby. Enchanté. You sure? I had too many already. Nice. It's good. I know. I have great taste, detective. I heard you're trying to break Jeremy's promise to the dark man. Yeah. Do you know anything about that kind of stuff? No. But it makes you wonder. If he made a promise, can't he simply stand by his words? Look, I'm just trying to get Jeremy out of a bad deal, so he'll come back with us to New Orleans. Well, if all fails. What are you doing? It's a sign of submission to the dark man. I saw it in a dream once. What? You don't know the Prext Shipping Company by any chance? I do. They made big money during the war. Their waterfront office is just over there. What? How did you do that? Do what, detective?
Bonne chance. Hey, have you seen Emily Hartwood anywhere? Are you trying to make me jealous, detective? No, I haven't seen your doll anywhere. Вскружила голову нахуй. Holy shit. Что чё? Мы попали в Silent Hill нахрен. Prex the shipping company. According to the book in Tarawea, the Dark Man is connected to a performance that Jeremy went to somewhere in New Orleans. I'm sure I can find the address inside. Зависаний вроде бы сильных нет, это нормально. Если там будет какая-то перегруз, то давай. It's locked from the other side. Да ну ебано. Хотя на что рассчитывала? I don't know where to go. А что ж так воспринимает? Это пиздец, блин, просто. Сюда не пускают. Пиздец, сейчас. Что со звуком, блять, господи? Я нихуя не понимаю. Вроде ж нормально все было. Пизда. Выпустите на. Спасибо. Кстати, еще третий. Не знаю, что-то непонятное. Короче, сейчас давайте загрузимся. Загрузимся. Прицелим. Видимо, через некоторое время или переполняется сабвуфер, или еще какая-то хуйня происходит. Я так и не понял, что за прикол. Или тупо, не знаю, забивается, что ли, память. Не нравится мне это. Так. Ну, поехали. Короче говоря, опять что? Ружо. Опять. О, напиток дали. Так я бухну. Да не это, блядь, господи. Где это падла? Где она есть? О, я потерял его что-то. А, он догорел. Ч
Что-то, короче, распердывается, я так не понял. Кирпич. А как тебе на вкус? Мой кирпич. Где он есть? Блин. Ой, блин. Ну все, почалось. Хорош. Так, а заряжать уже нечего. Последний остался. Не густо. Так, весло я заберу, наверное. Да шо ж ты, я не могу чат. Так. Стопа. Ну, производить. А что это мы? Ну ладно. Ну потерпите, чат, не знаю. Короче говоря, да. Пока, видимо, локация насыщена довольно. Придется подуплить. Получается, да. Зависает из-за этого самого, из-за лага тупо. На полную низы давай. На полных низах вообще не вкусно. Ну. Начинается. Ну, кстати, надо будет там перекачать Иру, потому что писали, что производительность опять повысили с патчами, по-моему, если я не ошибаюсь. Это же не пропаченная версия была. Так, где они? Где это падла? А ну вылазь, блядь. Thank you.
пишут в дупе. А если я звук возьму этот самый? Поменьше сделаю. Ну, не знаю, куда хотя бы это. Sewer system has a tunnel. Бля. Хорошо, давай. Давай поменьше сделаем. Я не знаю, что-то не хватает, короче. Downgrade с плачем не завезли дополнительный. Не, ну производитель наш повышали же, правильно? Что если я поставлю FSR на утро производительность? Сейчас будет, короче говоря, мыло чат, но... Думаю, нам все-таки придется... Бля. Отвратительно. До чего же отвратительно. Так, если баланс. Не знаю, возможно. А, сука. Ой, блять, еще один. Где, откуда он вылез? Господи, да шо ж? Шо творится-то? Заряжаем. Заряжай, сука, что ж ты делаешь? О. На 30 давай сделаем. Так, сейчас попробуем на 30-ку. Это, честно говоря, что-то не очень получается. А, так, стоп, а где бухло было? О, да. Бей. Так, можно зарядиться? Это есть, хорошо. Мы пытались зайти с той стороны. Заперто? Молода полюбил. А, ну да. Так, сейчас. Это я поменяю. И по всему мы могли бы тут залезть. Так, чат, короче, я меняю обратно на это самое, на нормальные настройки, потому что уж толку никакого. Так. Я производительность. Оставлю. Лю 30-ку на некоторое время, но мне кажется, цапнул никакого. Если детализацию понизить, да в принципе, оно но тупо не влияет никак, это самое. Это, я имею в виду, что это самое, у меня же так детализация отца на минималке сейчас. Могу, конечно, еще это текстуры на низкие поставить. Ну, то же самое. Даже говорю, не влияет вообще никак. Возможно, надо там перезапускать игру там или типа того. Так, мы достали ключ. Опаньки. Так, сейчас я чуть-чуть добавлю, наверное, все-таки...
он несется, блядь. На, уйди. Открывай! Открывай, нахуй! Ой, блядь, он уже... Сука! Блядь, достал еще как-то, слушай. Через окно достал, блядь, это я, блядь. Вот кончу. Заряжай. О, я ебал. Заходи, блядь. Гостем будешь. Anybody else? Ну да, я же говорю, это сам. В этом плане как бы не меняется. Вообще ни хера. Я не помню, как работает, в принципе, оптимизация туда. Если оно... Меняешь, не меняешь, он толку никакого в визуале. Ну, кроме меня переключения, это на FSR. Там FSR, конечно, да, жопа полная. Так, хорошо, значит, мы взяли ключ. По идее, у нас он ключ этот будет сейчас. О. Там кто-то пиздует ключ? Нет, ну нет. Нам как-то попасть надо на кран. Не знаю, как нам надо. Ну, типа да. Так, стоп. А, о, нашел. Так, ну это же хорошо. 10 патронов есть. Еще раз тут поставить на пули. Влево, как у господи, пиздец. Заряжай на. Так, что это все? А, блять, это все. Не знаю, что за прикол чат-то, но тормозит, конечно, знатно. Возможно, сейчас мы в закрытую локацию заползем, может полегче станет. Так, с патронами нормально, набухнуть не помешает. Так, загрузка, я так понял. Возвращаю обратно, беру сейчас на этот самый, на 60. Пищу, что такое? Ой-ой. Сегодня где по всему суть?
может, не будет? Простите, чат, там звук, конечно, говно. А что если ли перезапустить игру в этот момент? Я думаю, насколько мы потеряем в прохождении. Или уже доползти до этого того самого, до чекпоинта какого-нибудь. Так, ну что-то есть, не? Вот что-то есть. И это бухло, отлично. Блять, ну давай. Сейчас начнется, походу. Ой-ой-ой. Inside the warehouse. The office. Так, что, давайте попробую на раз. Так, выйти. Или погоди. Сохранение. Так, на пустой слот. Давай сделаем. И выйти. Главное меню. Возможно, сейчас, если ли перезапустить, у нас вы освободятся как раз. Ресурса. Походу что-то не то. Так, не грузи. А ну давай сейчас. Я боюсь представить, конечно, что будет на последнем боссе. Если ли так уже тормозить сейчас. Это же вообще, наверное, будет невыносимо. Так, что оно? Раздуплилось, что ли? Окей. Под люки. Где вы есть? Сейчас пока никого не вижу, чат. Но мне кажется, скоро увижу. Вот это... Кто-то кряхтит там. Не помню, кто это делает. Вот, подниматься с бутылкой вообще, блин, тяжело. Конечно, на тут не мешало где-то на полу разбрызгать это все дело и поджечь потом, но мы посмотрим. Не хочется бросать бутылку. Походу придется, наверное. Я рассчитывал, что тут нападение будет, но у нас тут еще Томми Ган есть, ёб твою. Hey, I always wanted to try one of these. Угу. The ship was raided while in dock. All of his things were recovered, but blood was shed.
Several men were carried into the Mississippi River. And drowned by ones who live in the deep. All items have now been signed and delivered. Now best keep the papers safe. What is left? Later is right. And hell is back again. Это перевод, конечно, хероватый. То, что сейчас налево, получается, а потом превращается вправо. И это ад возвращается снова. Чё за... Ну, то, в принципе, не важно. Так. 4-5, да? Так, а как мы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Так что? А ну давай счет. Это я возьму. Сейчас, короче, пошариться надо. Стоп, тогда, наверное, все-таки смотреть по цифрам надо. Давай еще раз. Так, значит, до 4, типа, да? 4. Cargo manifesto, September 19, 1892. Breck Shipping Company delivered 4 steamer trunks, 1 Egyptian sarcophagus, and a large wooden crate belonging to the showman called the Black Pharaoh, performing at 18th Street. Ну, конечно, нам тут рассказали Лео побольше, чем написали. То это самое сказано на кому вы, то принадлежит этот египетский гроб. Here we go. The address where Jeremy first encountered the dark man. Вот новое начинается. Блин, чат, ну я не могу. Тут чертовски красивое дерево вот в этой игре. Это сам тут вот именно на классного качества ассеты вообще такие навороченные. Я кайфую прям с этого. Так. И опять все зависает. Да ёб твоим. Не зависает. Хорошо, я сохраню на всякие пожарные. Вдруг чё? Thank you.
дети падлы. Никого не вижу, чё-то. Выходи по одному. Так, тебе там не стоит, там было прибрата 4. Кому никто да и до комнаты ты понес. Bullets. Yes, sir. My bullets. Ух ты, блядь. Так, заряжай. И снова зависло, да, все, падло. Я вижу. Так, где-то еще один есть. Жопа чую. Или херсон, ладно, не важно. Так, что-то подобрать можно здесь, нет? Как же ж, сука, висит, боже мой. Да ни хера, не добавляют, они только добавляют мне головной боли. Отрубленный рог уже. Отрубленный, так сказать. Отрубили. Так, быстренько забираем, получается, что. Не знаю. Давай вот так вот же. Блять, мне надо что-то помощь. Мне надо помощнее что-то. Приобрести. Ну давай, раздупляйся, господи. Оружие локации, блять, остальное. Джереми, ёб твою, блять, у меня лагает, нахуй. You want to tell me what this is all about? Welcome, detective, to the greatest show this side of the Mississippi. Now the hotel, the Black Pharaoh. The ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks. I can see why you settled on calling him the Dark Man. Saves your breath. So you got scared by a stage magician, and now he's living inside your head. You can mock me, detective. But you would be the crazy one to think his presence can be ignored. Look where we are! We didn't get to finish our last conversation, did we? You were about to tell me how to break the contract with the Dark Man. No, we can't. We were trying to loose on the world. So many innocent would die. But there is a way to break out of the deal. There is. You offered me a way out. Steps to take. What are they? You'll never find them. They're forever entombed in his sunken desert temple. Jeremy, I'm not your enemy. Tell me where to go. How do I find the temple? No, we can't. I have to make this sacrifice. God damn it, Jeremy. I'm gonna save you. Don't worry.
Все, только поднимусь, да? Египетская сила. О! How do you save someone who doesn't want to be saved? Well, he's gonna get saved no matter what. I just need to find the temple somehow. Так что, что-то у нас он три знака удается. А, так, сейчас что-то надо записать какие. Да хорош дрочить, блядь, дай хоть за, запишу, бля, скорпион, так что сделать. И вот эта писька. Так, допустим. Да перестань ты, блядь. Так. Собственно, сейчас. Разобраться надо. Разобраться надо. Где записи у меня-то, собственно? За записи. Ну, записи мои. Так, значит, десятка. А, не, погоди, это Virgo, это у нас дева. 9, 8, 8. Так, что тут у нас, значит, Gemini, так, 11, 12. А, вот же, 2, получается, рыбы. 3, 4, 5, 5, 5, 2, 8 или типа того. Короче говоря, какая там та комбинация сейчас будет. Дрочил. Так, хорошо, наоборот. Хорошо, наоборот. Сейчас. Так, сейчас, погоди. Двойку сюда. Два. Так. Потом пять. Я так понимаю. О, родился. Господи, как он заимучил-то. Ну шо, вот она стоит, ну шо-то. Или не это что? Это что? Не, не это что? А какая тогда штука? Так, хорошо, тогда. Тогда. А. Я пролезу. Черное солнце. Ну, почалось. Так, а что тут у нас делается? Кровище что-то. Все. Ух.
не полезем. Не, походу, не так быстро ночь. The temple of Nefrenkar lies under our camp. Despite all efforts, that unholy site did not collapse, but sink beneath the sand. The pharaoh is long dead, his name meticulously stricken from all ancient writing. But that stage meant for blood and terror remains. The temple is said to be lightless, built to harbor all the haunters of the dark found. In the very depths of our universe. Calling on the gods meant creating a bridge between our world and theirs. The terrible Aldebaran of Taurus, the Black Sun, was seen as the most important star in the night sky. Because, according to the Kitab al-Azif, it was said to be the home of that crawling chaos known as Nyarlathotep. Through ancient mechanisms, it was said that the priests could open shafts channeling the light emitted by that strange stone called the Shining Trapezohedron. Several streams pooled together above the statue of that dark man would then be sent through space towards the Black Sun, a message to the gods. The gifts bestowed on the sender are completely undocumented, but often assumes to involve dark blood pacts, where souls are traded for malicious miracles. Ну, пиздец. Джереми у нас, оказывается, в обмен на какие-то там чудеса решил продаться. Так, ну хорошо, веревка есть, я смогу теперь спуститься в храм, думаю. И если привязаться где-то здесь. Блять. Давай не будем, а. Я тебя прошу, блять, нахуй ты, ну. Фу. Ну и слава богу, нахуй нужно. Here we sunken desert. Ба. Так, сейчас. И веревка обрывается, блять, он падает на пол, нахуй разбивается, да? Так. Ёб твою мать, как тормозит. Сейчас, чё. It's the star constellation from one of Jeremy's books. The Taurus. And one star's clearly bigger. Must be important. Попасть это целое, бля, чудо, нахуй, я вам скажу. Ой, бля, так. Anyway. Как же, сука, лагает, господи. Только когда-нибудь я насобираю на этот ебаный комп, блядь, но... Не ближайшие несколько лет точно.
Можно вот эти штуки направлять, или я не знаю, или это так. Крутить статую надо, или как-то. Вот так. Что-то, что-то сделать надо. Так, ну сейчас. А если я сюда спуститься? Зарядить можно чуть-чуть на патрончик. Так кто-то потек здесь. Так, а ну бабуй. Линза нужна. Сюда надо. Сейчас покрутим. Я предварительно пособираю то, что надо. А ну давай. This one looks operational. Бейпрей выдавал 10-15. Ну вот и тут оно вроде бы и интересно все, но я понимаю, что записывать это все, конечно, а уж тем более посматривать зрителям, это пиздец полный, блин. Зато и обидно, потому что я хотел бы качественный контент выкладывать, как у всех. Оказывается, наоборот. Так, сейв дали. Сейчас. Блять, ебани кожаны, блять. А ну весь. Ой-ой-ой-ой-ой, они летят, блять. Нахуй пошел. Блять, нахуй, зади. Где ты, падла? Надо сейчас расстояние. Давай. Блять. Ёбаный скоробей. Есть. Jeez Louise. Так. Я бы согласился пройти и на минимал, как если либо настройки хоть на что-то влияли еще что-то. Вот это бы обиднее всего, на самом деле. Так, это можно что-то побросать. Ну, тут опять надо доставать им зеркало вот это или что оно там, и вставлять потом. Что если оно было где-то здесь? У кого не тянет, играют в консоли старая. Ну, не то так, конечно, но я же тоже человек все-таки. Хочу пошпилить в новинке. Послышим, что сюда подлетает просто. Так, а ну, сейчас мы тут. Да ебать. О, ебать, они горят у меня, нахуй. Ничего себе. Блять. Фу. Минус один. А. Минус два сразу. Ебать, а черт. Два удара, 8 дырок. Так, ну так. Горы, нахуй.
И по идее открыли здесь. Ох, блядь. Так, я так понимаю, тут выломать можно. Можно же? Вот так вот. Семерых одним ударом. А ну открывай. Угу. Звезда. Я не знаю даже, хочу ли я брать его, это самое, у меня же так там вроде навалом всякого. Ну как-то так. Так, хорошо, значит теперь нам надо перенаправить цвет с помощью зеркала, которое мы достали. Поэтому надо шуровать наверх. Сейчас посмотрю, возможно, сейчас какие-то... А! Я понял, вышел назад. А, ну в этом случае тогда нам, наверное, лучше подняться обратно взять. Тем же путем, которым мы и пришли. И... Иначе подниматься заебешься. Бабуе вино. О, нет. О, не. Так, где это папа? Давай не будем, блядь. Сай. Ну кажись, кажись, это были все. Вот. Патронов, конечно, это самое. Поганил, ну ладно. А ну ёпта. Так, ну хорошо, тогда сюда. No. Блять, патроны кончились. А как тебе на вкус твой Томми Ган? Блять, заряжай нахуй его. Дядя, заряжай, ну ёб твою. Сука. А. Дробовик. Как же громко, блядь. Заряжай. Jesus. Так, ладно, минусай. Ну, вроде бы, даже не особо и пострадал, что уже хорошо. Но что меня ожидает дальше?
тут зарядиться. Не густо вообще ни разу. Ну давай. Что мы пытаемся прожечь там? Вот где-то открылось. Возможно, она даже тут. Хорошо. Так, там мотыги всякие. Ну давай. Сперва открыли еще одну. Вниз не надо. Я так понимаю, обратно, ну, возвращаемся в основной зал сейчас. Решаем головоломку там. Так, так, ну, все-таки револьвер взять. Никогда не знаешь, что тут будет. Стоп, а я не помню. Я не помню, что я сюда поднимался. Тут что-то есть, походу. Так, это я возьму. И это я возьму. Кирка это, конечно. Это хорошо. Так, я так понимаю. Чем мы вставим? А, погоди. Тут прям надо переместить, получается, луч вот сюда аж. Ой. Система прям. Нам-то надо что? Нам надо что? Действительно что? А, погоди. Действительно. Так, что произошло? Я понимаю, что надо... засветить, короче. Так, стоять. Не, но тут у нас знак, он совпадает. Тут я кажись, все правильно сделал. Давай смотреть здесь. Так, тут звезда, да. Так, есть он звезда, хорошо. И с противоположной стороны, наверное. Давай, я отсюда его сейчас. Засветил ему, короче, глаз. Так, и это... И это там что-то сделало. Ну, зажгло по центру, я понял. Все, короче, поднимаемся теперь под каким-то боком. Блять, каким боком тут? Сейчас я потерялся что-то. Где-то тут, короче, должно быть, да?
Погоди, это проход же был? А, вот все, вот сюда. Вот он заблудился немного. Так, не сюда. Вот сюда. И засвечиваем куда? Вот звезду, наверное, да? О, нет. Слушай, иди нахуй, ну. Блять, иди туда. Пизда, начинается. Бухай. Счастливый Винсент. Acknowledge psychological trauma, breakthrough barriers of self-deceit, temperamentic behavior. Hmm. These are the dark man's terms. The contract. А, так это врач, блядь, получается. Сам темный человек. Ой-ой-ой. 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 На луну нахуй. Ай. Жесть. О, четвертая глава, почерк. Честно говоря, не знаю, сколько их должно быть, но... то пока неплохо вроде идем. Мы прошли уже сколько там, две главы? Ну, по сути. Где-то так. Или одну. Ахерос. Ладно, короче, не важно. Что там у нас? Это покажите, покажите. Show me! Show me! Множка глав. Многоножка. Сейчас, короче. Подождем чат. Развестница. Это раскукожится немного, это самое. И можно будет что-то делать. На секунду появился курсор, я так понял, там игра немного. Ой-ой-ой. Hey! Hey, detective! What are you doing? Oh, I found something. Great. Was it alcohol? God, no. I just got the wind knocked out of me. I think I know how to break the contract with the Dark Man. What exactly does that mean? Everything going back to normal. All right. I found some more information on Dorsetto and the patients. There are some seriously strange things. I'm pretty sure two of the patients are dead, and maybe even the clerk. Oh, yeah. I kind of just gave up on worrying about that. Well, just keep your eyes open, I suppose. What were you doing again? Jeremy made a pact with the Dark Man to keep all the madness locked inside Dorsetto. All right. I'm gonna break it. I just have to... Where is it? Where's the talisman? It's around your neck? Ah! Ah! I worry, detective. Don't, I'm fine.
I worry that you're not much help on this case. At least you're a good distraction. Trust me, you're getting your money's worth. At this rate, I'm an absolute bargain. Это точно, блин. За копейки, блин, работаем. Иди твою мать. Так. Так. Так, печенье. Ох, ебать, тут значки 913 есть, ничего там. Жертва кинжал, отчаяние из ока Джейкоба, но это станет концом Дарсена. А, типа кинжал. Я понял, о чем речь идет. Так, хорошо. То есть Джереми все-таки ёбнулся, но... He must first acknowledge psychological trauma in order to proceed. The lying must stop, so we can break through the barriers of self-deceit. Medicine has failed me. Nothing can be done to dispel the hardwood curse. Only the sacrificial dagger may release the despair from Jacob's eye. Yet, doing so would be the doom of Dasetto. Let this curse of mine be a weapon for once. I accept your demands, oh crawling chaos. Build your prison around this godforsaken hospital. When evil has been starved, I will stay buried forever. Okay, son. Так, ладно, надо идти. И снова у нас не херня какая-то со звуком, я так понимаю, мы никогда не избавимся, блять, от этого. Я думаю, чат, что если перезапустить, как по новой взять? Давайте сейчас оттуда он сохранить возьму. На пустой слот. И выйдем из игры, короче, полностью. Я так понимаю, на требуется полнейшая перезагрузка для разборок. Так. Ну, кстати, да, и выходит. Несколько секунд даже. У меня уже рабочий через стол уже видно это самое, но при этом не поменялось ничего. Так. Вышло, слава богу. А ну-ка, давай назад. Надо будет делать все-таки посмотреть. Возможно, обновилось. И это сам тогда я перекачаю, там переставлю для этого дела, опять возможно это как-то решит вопрос. Так, запускаем. Кажись, помог. А не, нихуя. Need the key.
got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what thing anymore. You run into that detective fella? Who is he? Can he be trusted? I think he one of the good guys. Well, you know, like us. Will he be all right with her coming? Praise the mother. He don't need to know about all that. Just calm down. Ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Combi seems to be solving problems, not causing. Just be ready in case he starts anything. Знаете, чем-то Дэвид Харбор напоминает мне Хаски. Черты лица такие, знаете, насупленные вот эти, глаза там все такое. Что-то есть в этом. Так, хорошо, значит, давай. А ну ёб, блядь, ну не зависай. Делаешь-то? Давай посмотрим, что нам делать-то, собственно, а то сейчас. Ага. The two orderlies still hadn't found Jeremy. Conby figured this was good news. Emily had reminded him about some strange deaths at DeSetto, and Conby wasn't sure who he could trust. Вломитесь в офис доктора Грея и выясните, что ему известно. Договорились. Ага, короче, через обеденный зал. Блядь, тут еще и проходы. А как мне вломиться, если там все закрыто? Блин, ну это вообще что-то нехорошо. Ну, то есть получается лестница. И что вы предлагаете? Половина на помещении закрыта сейчас. Так, это первый этаж. А через... Я уже не знаю, что. Что-то как-то очень все это дело. Так, ну это... Christ, what the hell was that? Ключ нужен. Ну, походу, они ходят, он запирают он двери постоянно. Я не знаю, что это. Ничего за прикол. We must have faith that Jeremy's pact with the Dark Man is a bluff. If we are lucky, our visitors will find him and prove it's all nonsense before night falls. What is true is our attempt to call on her. Too many things have happened for this evening to be in vain. Think of Jack and Cassandra, even Perosi, whose circumstances I can't understand. Grace is a goat without horns. She knows it and will play the role. You must talk to your brother, Batiste. I worry that he will fail us. Mrs. Thompson. About it. Mm-hmm.
It's blocked. А, погоди. Я понял. Я понял, чат. Lunacy and the Astarte Artist Colony, a monograph by Yael Klein. In early 1909, the old Derceto plantation outside of New Orleans was turned into an artist's colony. Three famous European artists rented the house and the surrounding land from the owner, the Ledoux family. The colony was chiefly run by Sebastian Cortez, who was playfully dubbed the captain by his collaborators, William Argus and Heinrich Kassel. The colony existed for 6 years, until one day all 12 members disappeared without a trace. It is widely believed that their disappearance is connected to the disastrous hurricane that passed through on September 29, 1915, but nothing truly supports this claim. What is known is their frequent participation in New Orleans nightlife, their love for hosting parties, and their elaborate contributions to the Mardi Gras parades as the Pirates of Pontchartrain. Accounts of their lifestyle can be found in almost every gossip column. It can effectively be summed up as carefree and bohemian. In late June 1909, the name Astarte first appeared in the newspapers. Cortez said the name came to him as he was painting. There is never any claim to knowing about the ancient Phoenician fertility goddess with the same name before this time. His fellow colonist Heinrich Kassel did know, because he later produced sculptures that show clear references to ancient idols of the goddess. It's impossible to know for sure how this name suddenly made an appearance, but it is interesting because of Derceto's history. Even the name Derceto is the Greek name of a Syrian fertility goddess. In the case of naming the plantation, Derceto was certainly not an accident. We know that Elijah Pickford intended to build a temple for his cult, for he had distributed pamphlets 2 years prior to the purchase of the land, advertising his intentions. His followers were estimated to be almost 100 men and women, mostly sailors, Maroons, and Cajuns, when the plantation was built. To outsiders, Derceto registered as an ordinary slave plantation, which enabled Pickford and his flock to remain hidden for decades. The official story is that the cult lasted until 1862, when the Union Army came and burned down the plantation and scattered all who lived there. Following the Civil War, new people started to congregate in the ruins of Derceto to invent a new fertility goddess, the Shub-Niggurath. As much as Derceto is a particular name to have heard of, it's not entirely uncommon among the learned. Astarte is equally known and could have been subconsciously chosen by well-read artists. Shub-Niggurath is, on the other hand, very uncommon. Almost impossible that anyone in Louisiana would have heard that name. The name is referenced only in rare books like Unausbrechlichen Kulten and the Necronomicon, and is believed to be a bastardization of Arabic words meaning pertaining to the dark young. The few paragraphs printed on the goddess are so да, у них у всех получается акцент или французский у некоторых, или южный. The Shub-Niggurath cult was hard to get rid of. Ну, как раз, but it is believed that despite the police jailing and killing several cultists over the years, the main culprit in the cult's demise is the cult itself, which seems to line up with every instance of cult activity on Derceto's grounds. When Captain J.W. Norton of the Union Army arrived, he described the people at Derceto as malnourished and maniacal. As much as the army tried to save them, they fought back with fervor, as if nothing was going to stop them from slowly destroying themselves. While the disappearance of the Astarte artist colony remains a mystery, the recurring motif seems to suggest that their fate involved lunacy and a hunger for self-sacrifice to that fertility goddess with a thousand names.
Окей. Чуть-чуть лора вон. Так, чат, у нас перегружен кодировщик. Дайте тебе пару секунд подтвердиться, на паузу поставлю. И поехали. Курсор. Получается, нам надо пройти через оранжерею. Господи, я уже что там начинаю потихоньку плавиться. Это, возможно, мы переключимся на что-то еще в процессе. Здесь у нас была там лестница, короче, че под этим самым, под сараем. Так что закрывай, не закрывай, блядь. О-о-о-о, не-не-не-не-не. Блядь. Так, нахуй. Ну да. Не, ну я-то там французский учил, как бы. Недолго, на протяжении года. Поэтому что-то понимаю, но не все. Суки, закрыли. There's a spare key to Dr. Gray's office in here somewhere. I don't have the combination for this. Or maybe Jeremy did. Oh, сейчас. Я посмотрю. Так, я тоже учил, помню только, когда месье Je ne mange pas. Six jours. Так, сейчас. А, погоди, там 9-7. Что-то было вот написано сейчас. 9-1-3, а ну давай вот это. Так, сейчас. Но в каком порядке этот вопрос? Девять. Один. It worked. Yeah. Fuck yeah. Так. Окей. The last guest in the empty room suffered from severe maladaption. I must write this down, because if I understand the condition sufficiently, it could make me deny this fact at a later date. And there is reason for me to think I may come to suffer the consequences from this dysfunction, as some who came in contact with the guest seemed to adopt a new worldview, in which everything was predetermined but broken. Upon accepting this worldview, some memories became unmanageable, and later rejected. I do not know what this means. I cannot even remember the fate of the guest. I think they were simply misplaced one day and forgotten. Just like all documents pertaining to this guest, they have all been destroyed, or they never existed in the first place. Who wrote this? There has never been a guest in the empty room. Что за пустая комната? Не понял.
Dr. Gray's office, all to myself. Let's see if we can... Dearest Dr. Manzetti, I find myself in a losing battle with my patient. As I've disclosed in my previous letter, his delusions have him completely captured. It's bad enough that he is torturing himself with paranoia, but his madness turns out to be quite persuasive to others, effectively laying the ground for mass delusion. I am writing to you in hope that you can give me some guidance. Beyond my ambition to avoid devastating surgery on my patient, I have grown worried about my own defenses. The words of my patient are deranged, yet they often resonate with something primitive within me. I have tried photographing his brain with X-rays. It was surprisingly difficult to get good results. Dark blotches on the plates kept obscuring all details. My patient looked at the bad plates and cried out in terror, telling me the dark areas was the shadow of the worm eating him from inside. I could not see anything out of the ordinary. I hope this is a sign that my mind is not as receptive to the madness as I had feared. After further inquiry, my patient described the shadows inside his mind as some kind of chthonic monstrosity that wants to undermine his sanctuary. This is clearly a reference to a place he calls Teroea, a sort of library or convent that works as a psychological haven. With this imaginary haven threatened by this chthonian, he has now constructed another less pleasant hiding spot. Lately, he has been bringing up a metaphor of a steamboat that has run aground, that he feels like he needs to start the engines and reverse, but he is afraid that the hole in the hull would cause the whole ship to sink. I've been watching him turn this metaphor into reality for the last week. He knows it's made up, but he is doubling down, trying to make it a real memory. I feel certain that this is my chance to break through the barriers of his self-deceit. Figure this guy out. Mm-hmm. Я понял. This is where McCarthy has hidden my favorite young. It's very important. Здесь, короче, Маккафри, говорит, он спрятал мой класс, говорит, он очень важен, типа. Тут, не знаю, я почему. I have finished tidying up Miss Beauregard's belongings. I will leave it to you to contact her agent and have them collect her things. I found one of Grace's drawings she might want back, along with this key in her room, which I believe you've been looking for, Mrs. Thompson. Oh. Okay, это я возьму. Это мне надо. Так, снова по кодировщик что-то выебывается. Сейчас что-то высоко. Окей. Поехали дальше. Если, конечно, на проходить не под запись, она на чуть получше играется. Ох, нихуя.
Чертовски красивые лампы. Не знаю, как описать. Detective Conby, good to see you again. Solved your case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink. Pay tribute to the wishing tree in the conservatory, the usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something's different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer, thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. Oh, God damn it, Grace, stay put for once. Better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. There's something missing. Что-то курсор так резко затесался тут. Так, нам теперь надо выйти обратно сейчас на лестницу. Кстати, Грейс раз, а второе тут еще комната была, да? Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty for so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. To include something from the outside, he would bring the guest back to room 3 and show them what was in that safe. 913. But those were not the right numbers. That was the combination for the safe in the clerk's office. Вот там у нас что, слушай. Так, сейчас, я закрою окно, ну какая-то падла закурила там сейчас. Шоп-то сигарета ему в очко залезла, блядь, господи. Заебали. Так. Anyway, как говорится, сейчас шуруп делаем. Не продохнуть вообще ни разу. Зон тут так сейчас, да, тут песчаные, блин, бури начались у нас по каким-то причинам песок из Сахары, короче говоря, залетел. Вот. И пару дней, короче, мучились он с этим делом, но на 7-й день число обещают он продолжение. И тут он действительно на прям настоящие полевые бури. Вот если как, не знаю, смотрели Дюну или же Blade Runner 2049, то примерно поймете, где насколько размазывается все.
дерево. Церковь, мост. Что ж тут должно быть? Ну ладно. Так, сейчас опять что-то зависло. Короче, у нас теперь есть ключи от лестничной площадки. Ну открой ты, ебать, ну что? Нажимаешь, как в общем. Так, и что мы тут видим? Тут где-то там здесь он на лестницу, ну, типа, по идее, выйти можно, но у нас опять не тормозит все. Падла. Так, тогда с противоположной стороны. И зависло все. О. А ёкарный бабай, этот курсор появляется сам по себе внезапно. Need the key. Radiography. Patient Jeremy Hartwood. Date June 14, 1930. Plates. Jeremy's skull proved difficult to capture properly. Partial radiographs worked best. A complete picture of the brain can be assembled by piecing three plates together. Observations. Even when looking at an assembled version, a shadow covers significant parts of Jeremy's brain. Possible tumor, but more likely that the equipment is failing. Jeremy reacted strongly to the pictures and claimed to see a giant clay worm eating and displacing his memories. Notes. While this exercise has left me nowhere closer to an answer, I feel confident that a Burkhart lobotomy should sever all necessary parts. Пиздец, лоботомия. Hypothetical cycle surgery based on the ideas by Burkhart and the St. Petersburg research could end up saving Jeremy's mind. Severing the connections around the frontal lobe would certainly solve most mental afflictions. The procedure would be brutal in performance, as well as in efficiency. An ice pick pushed through the edge of the eye and into the skull would untether the nerves like Alexander cutting the Gordian knot. As this would likely leave Jeremy in a very different condition, all other paths should first be explored. The medical instrument I would need for this lobotomy is missing, and I should have Waits order a new one. Ебанутый.
Так, блядь, что тут вообще происходит? Заебали. Don't mind if I do. Better. Mm. Что-то не помню ни хера. А каким образом мне вот туда взять оставшиеся снимки? Расположение такое только можно. Хорошо, тогда наоборот. Наверх нельзя? Хорошо, допустим, тогда, наверное, не оно. Сейчас надо разобраться. Ой, божечки. Развороты эти. Не, ну это явно не вписывается куда-то.
Глиняный червь. Боже. Мерзость. Хорошо. Ну, червя мы достали. Что дальше? Закрыли опять дверь. Вот суки издеваются. Ну ладно. Конечно, загрузки чат, но тут начинается сейчас. Ой, боже. Так, 2:25. Я думаю, наверное, сейчас тут надо будет или тормознуть те на этом участке, или не знаю даже. Why does this keep happening? What am I supposed to do? Нормально вообще. Зависло нахер. Так, вот у нас лодка. Что лодка? Лодка не позволяет ничего сделать. Не пролезу. Ломать типа. Да шо за на? Ай, блядь. Пизду, короче, блядь. Тут что-то сейчас не самый опять-таки и крутой момент. Я так понимаю, надо тут лодку развалить, но этот самый. Мне сейчас пока впадло это все делать. Окей, давайте тогда да пока, наверное, закончим с этим на сегодня. А так. Что мы можем еще? Сейчас мы попробуем, наверное, еще одну игру, но я предварительно остановлю запись и разделим стрим на пополам.